КДК имени Абая прошел ежегодный городской конкурс «Актау Хан Шаймы 2023. Принцессой города стала 15-летний Инкар Ислама, приз детского жюри завоевала 10-летняя Айнас Хасан. Наша съемочная группа пообщалась с юными красавицами и поздравила их с успехом. Режиссер конкурса Елена Синица рассказала, что форум детской красоты открыли театрализованным представлением «С днем рождения, город». Оно же стало и первым конкурсным заданием для участниц. В конкурсе, открывшем череду праздничных мероприятий к юбилею «Актау», попробовали себя 13 участниц в возрасте от 5 до 15 лет. Мне очень сильно понравился конкурс. Очень много красивых девочек, много участниц, 13 участниц было, и все они красивы по-своему, талантливые. У меня мисс восхищение и главная корона, и титул принцесса Актау. Мы готовились 4 месяца, с сентября. Для меня сложности особо не было, потому что я была готова к этому, у меня был опыт. Я собираюсь на юные мисс мира в Дубай, и в будущем хочу поступить на профессию актрисы и журналистику в Астане, в университет Шабыт. Со слов юных победительниц, в конкурсе принимали участие очень талантливые и красивые девочки, с которыми было приятно состязаться. Девочки блестяще проявили свои таланты и удивили жюри, получив восторженные аплодисменты зрителей в третьем задании «Лучше всех». Объединившись в команды, участницы исполнили казахские, корейские и татарские танцы в здании шоу талантов. Я впервые участвую в подобном конкурсе, мне очень понравилось. Я получила титул овации, приз детского жюри «Калибри» и стала обладательницей гран-при. Все девочки были достойны и талантливые. Конечно, главный зритель и поддержка – это родители, которые всегда рядом и готовы оказать любую помощь как своим детям, так и организаторам конкурса. К этому конкурсу мы готовились 3 года. В прошлом году она стала победительницей конкурса «Кубок модели». Но мы продолжали готовиться именно к этому конкурсу, и в итоге, приняв участие в «Актау Хан Шаим 2023», моя дочь Инкар Ислам получила гран-при. В наше время родители нас так не поддерживали, я сама модель. Сейчас время другое, наоборот, есть много кружков, конкурсов, чтобы помочь раскрыться ребенку. Сейчас мы будем готовиться к международному конкурсу, который пройдет в Дубае. Мы всей семьей поддерживаем Инкар. Городской конкурс «Актау Хан Шаима 2023» ежегодно раскрывает новые юные таланты. Он дает каждой победительнице возможность представлять честь нашей страны на конкурсах международного уровня. Жанна Руслан, Амангельды Турахмет, Дидар.